Хочешь первый получать уведомления о моих новых видео? Тогда подпишись. Проверь, что подписка оформлена. Сохрани. Проверь, что колокольчик горит двойным. И все, вуаля, ты подписан и будешь получать новые уведомления. Огромное спасибо тебе за это. Приятного просмотра видео. Всем привет, кто пришел на мой канал и моим подписчикам. Ну что, ребят, делал я делал. Так как тот телефон не включался, у него был порван дисплей-шлейф. Оказывается, он запаролен. Есть код на Samsung Hard Reset. Полностью сброс на заводские настройки. Поэтому хочу попробовать на примере телефона X510. Не знаю, сейчас я его попробую отключить. Попробовать его сбить на Hard Reset. А потом сбить, если не получится, то... Короче, сейчас покажу. С помощью одного фокуса, как я смотрел видео. Ну, не знаю, получится или нет. Потому что этот телефон просит сим-карту. Без сим-карты он не включается. Будем пробовать, ребят. Не знаю, если получится. Видите? Вот пишет. Ставьте сим-карту. Ну, пробуем. Звездочка. 27. Не хочет. Звездочка. Так, звездочка. 27.67. Звездочка. 38.55. Решетка. Вроде сделал хард. Полностью сброс на заводские. Но сейчас он перезагрузится. Я сниму ОКБ, поставлю сим-карту, и мы с вами проверим. Если не получится, тогда буду уже делать второй способ. Ждем, ничего не трогаем, пока он перезагружается. Завис на заставке и тишина. Ничего не хочет ни загружать, не знаю, что с ним произошло. Если, конечно, слетела прошивка, то это жесть. Не знаю, ребят. Телефон на грани фантастики. Но видите, он уже включился с мелодией. Может, сейчас вот этот тот код, который телефона, он и срубит. А может и нет. Короче, пробуем. Пробуем. Экспериментируем. Здравствуйте, введите пароль. Блокировка сим. Это, конечно, жесть. Видите? Так. Что мы теперь пробуем сделать? Мы пробуем вытянуть сим-карту. Вот так чуть-чуть, как меня учили видеоролики. Теперь пробуем, включаем телефон. Он сейчас пишет, ставьте сим-карту. Мы аккуратно, держа аккумулятор, вот так, видите, на плаву, попробуем засунуть сим-карту в разъем. Подключался? Нет. Мой ассистент мне машет, что отключился. Так, вставили сим-карту. А теперь пробуем делать жесткий хард-резет с картой.
Так, телефон перезагружается. Каждый раз такое ощущение, что я ремонтирую какой-то дорогой телефон. Но всегда хочется, чтобы оно получилось. Ждем, пока он перезагрузится. Не прокатывает. Введите пароль. Видите, не прокатывает данный способ на этом телефоне. Но пробуем еще раз. Может, я симку не до конца засунул. Нет, симку до конца засунул. Пробуем еще раз. Так. У меня с Т-мобайлом так прокатывало. Почему здесь не прокатывает, вообще не могу понять, ребят. Не. Так, ладно, пробуем, включаем. Дернул аккумулятор. Так, вставляем симку до упора. Вставляем аккум. Так. 27 67, снежок 38. Ну, ждем. Ну и крайний способ — это его перепрошить. Но перепрошивка, для перепрошивки нужен бокс, который никак не куплю, поэтому называется вся работа моя на смарку. Но зато научился переклеивать нормально уже вот эти этикетки. Все, блокировка SIM, введите пароль. Пароль слишком короткий. Ничего мы, ребята, с вами не сделаем. Я не могу понять, хотя он не был запаролен, он именно был сертификация под Украину. Я ничего не могу понять, ребята. 20-44-9. Может, до меня уже его кто-то ковырял? Но видите, этот способ не прокатил. У кого есть какие соображения, напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Буду очень благодарен, потому что... Что я туплю? 35 74 04 49. Да, 04 49. Не, ребят, не прокатывает. Стоит блокировка SIM. Нужен пароль. Если вы какие-то пароли знаете на данные телефоны, то, пожалуйста, напишите мне в комментариях или посоветуйте сайт. Ну, без, я имею в виду, прошить. Я понимаю, что она только, как говорится, прошивкой. А если без прошивки, можно как-то попробовать обойти данный пароль? Если да, то как? Модель Samsung X510. Пишите в комментах, буду очень благодарен. Все, ребятки, всем, кому понравилось, не понравилось, чему тут нравится, конечно. Я думаю, раз, два, три сделаю, сейчас разблокирую, ага. Национальное индийское жилье называется «Фиг вам». Пишите, как, что сделать, буду благодарен. Ставим пальчики вверх и побольше комментов жду в описании. Все, ребята, пока-пока.